в окружность радиуса R вписан треугольник с углами 15 градусов и 60 градусов. Найдите площадь треугольника. Для начала сделаем рисунок, запишем дано. Угол BAC равен 15 градусов. Угол BCA 60 градусов. Радиус окружности равен R. Найти площадь треугольника ABC. Воспользуемся теоремой синусов. Тогда у нас получается сторона AB так относится на синус угла ACB, как сторона BC относится к синусу угла BAC. И все это равняется двум радиусам, описанным окружности вокруг этого треугольника. Выразим отсюда сторону AB. Сторона AB будет равняться 2 радиуса описанной окружности на синус угла ACB. Также выразим сторону BC. Сторона BC будет равняться 2 радиуса описанной окружности умножить на синус угла BAC. Подставим значение для стороны AB. Тогда сторона AB будет равняться 2 радиуса описанной окружности умножить на синус угла ACB. Угол ACB по условию 60 градусов. Посчитаем. Получается 2R умножить на синус 60. Синус 60 это корень из 3 на 2. И у нас получается, что сторона AB равняется R корней из 3. Рассмотрим сторону BC. Сторона BC будет равняться 2R умножить на синус угла BAC. Угол BAC равен 15 градусам. Далее преобразовать будет затруднительно. Оставим. Рассмотрим треугольник ABC. И воспользуемся свойством треугольника. Сумма углов треугольника в сумме дает 180 градусов. Тогда у нас получается угол А плюс угол Б плюс угол С в сумме дает 180 градусов. Выразим отсюда угол Б. Угол Б будет равен 180 градусов минус угол А и минус угол С. Подставим сюда наше значение. Получается 180 градусов минус угол А. Угол А 15 градусов. Минус угол С это 60 градусов. Посчитав, получаем, что угол Б равен 105 градусов. Воспользуемся формулой площади треугольника. Площадь треугольника ABC будет равна полупроизведению двух сторон AB умножить на BC и на синус угла между ними. На синус угла ABC. Подставим сюда наше значение. Тогда площадь треугольника ABC будет равняться 1 вторая. Сторона AB это R корней из 3. Ранее мы ее посчитали. Сторона BC это 2R на синус 15. Мы ее также ранее посчитали. И умножить на синус угла ABC. Угол ABC это 105 градусов. Преобразуем синус 105 градусов. Синус 105 градусов можно записать как синус 90 градусов плюс 15. Воспользуемся формулой приведения. Тогда у нас получается косинус 15 градусов. Подставим наше преобразование в формулу площади. Тогда у нас получается, что площадь треугольника ABC будет равняться 1 вторая r корней из 3 умножить на 2r умножить на синус 15 градусов и умножить на косинус 15 градусов. Воспользуемся формулой синуса двойного угла. Тогда у нас получается 2 на синус 15 на косинус 15 будет равняться синус 30. Тогда площадь треугольника ABC будет равняться 1 вторая r корней из 3 умножить на r и умножить на синус 30. Преобразуем. Получается 1 вторая r квадрат корень из 3. Синус 30 это 1 вторая. Тогда площадь треугольника ABC будет равняться r корней из 3 знаменатель 4. Запишем ответ. Площадь треугольника ABC будет равна r корней из 3 знаменатель 4. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.